Всем привет. Турнир максимальный вес на Енисее. Играем. Локация после урагана. Если раньше здесь можно было встретить топляк, то теперь присутствуют и коряшки. Три поплывка, жвачка, дно. То есть мы идем на максимальный вес, используя корягу. Вот такие условия турнира. Можете ловить и нахлыст, и пол воды, и донку. Я использую жвачку, чтобы избавить себя от другой рыбы. Ну и так обычно корягу. То есть по этой игре мы ловим на жвачку. Это первая поклевка. Вернее, даже не первая. Но убедитесь, что у нас присутствует топляк. Был обрыв. Потом вытащили какую-никакую корягу. Но веса явно недостаточно для выигрыша. Поэтому продолжаем ловить. Темнеет. Вот еще вытаскиваем небольшую коряжку. Чтобы выиграть здесь турнир, вот я убедился, нужно иметь порядка 300 килограмм леску. Это уже поприличней. Леска, чтобы выдерживала килограмм 300, да, с небольшим. Ну, а удилище, соответственно, попрочнее, дабы не сломать. И так вот и на Енисеи стало попроще играть. Вот это уже ближе к истине. Попроще стало играть турнир максимальный вес. Раньше со сетром, допустим, были проблемы, то теперь на корягах можно. Ну, я довольно легко даже не заметил, как выиграл. Ну, так, можете использовать одно удилище, один спиннинг, там, как хотите. Донка вверх. Ну, это явный выигрыш. Продолжаем смотреть, облавливать эту локацию. Подошло окончание турнира, время. Принимаем эликсир. Все как обычно. На любых турнирах. Ожидаем объявления результатов. Вот, смотрим. Турнир закрытый, приличный опыт, подарки. И смотрим, что ждать от ботов. То есть вот порядка 300 килограмм нужно вытащить корягу. Значит, имейте такие снасти. Заканчиваем, выбрасываем. Для других подарок будет коряги. И убираем эликсир, похмеляемся. До свидания, до следующих турниров.